Ну, мы к другим темам переходим. Основные проблемы решены. Экипажи вертолетов Центрального военного округа вернулись в места базирования с полуострова Ямал. Они принимали участие в ликвидации последствий вспышки сибирской язвы. Три транспортно-боевых вертолета Ми-8 и тяжелый многоцелевой Ми-26 совершили перелет с территории Ямало-Ненецкого округа на Урал. Почти 2000 километров преодолели с двумя дозаправками в Салехарде и Ханты-Мансийске. В ходе работы на Ямале летчики успешно выполнили задачи по радиационной, химической и биоразведке, перевозке военнослужащих и грузов. Добавлю, что карантин в Ямальском районе Янао был введен 25 июля. Диагноз сибирской язвы подтвердился у 24 жителей, которые ели необработанное мясо оленей. 1 августа от кишечной формы болезни скончался 12-летний подросток. Всего были госпитализированы 97 человек, среди них 53 ребенка. Сейчас в больнице Салехарда остаются 22 заболевших.